Программирован блок Mercedes Sprinter 17 года EZC 17 CP57 с помощью Scanmatic 2 и PCM Flash. Блок 71 MEDC Bootloader. Делаем идентификацию. Процессор 1793. Внешний флеш нет. Выбираем 1793. Так, флеш. Нажимаем чтение. Хелп по подключению этого блока вот такой. Сейчас читаем флеш. Затем ее модифицируем без EGR-сара фильтра и зальем назад. Сейчас идет чтение с помощью Scanmatic 2. И блока 71 PCM Flash, чтение блока EDC 17 CP57 Mercedes Sprinter 17 год. Читаем флеш. Флеш размером 4 мегабайта. Так, флеш засчитана, мы ее сохраняем. Контрольные суммы корректны. Теперь мы прочитаем EEPROM. Можно также прочитать пароль, не открывая блок. Попробовать, если он там есть, то читается. Все, и пароль прочитал. Это если использовать 53-й модуль, то пароль как раз нужен будет для того, чтобы читать и писать EVO. Вот так работает 71-й модуль.